48-летняя Лера Кудрявцева продемонстрировала, как они с семьей развлекаются на самоизоляции. Полуторагодовалая дочь телеведущей устроила мини-концерт для родителей. Ведущая шоу «Секрет на миллион» и звезды сошлись после приезда из Дубая, сдала анализы на коронавирус. Тест оказался отрицательным, и Кудрявцева вернулась к своей семье. Теперь телеведущая соблюдает самоизоляцию вместе с 32-летним мужем Игорем Макаровым и полуторагодовалой дочерью Машей. Очаровательная малышка растет артистичной натурой. Лера показала поклонникам, как ее наследница научилась танцевать. Маша будто балерина грациозно делала ласточку, поднимая то одну ногу, то другую. Девочка играла с подолом бледно-желтого платья и хлопала в ладоши, слушая подсказки мамы. «Молодец!» – похвалила Кудрявцева малышку. Игорь тоже оценил старания дочери и поаплодировал ей. Маше нравится познавать мир и учиться всему новому. Лера с гордостью показывала, как на уроках с преподавателем малышка легко справлялась со всеми заданиями. Однако теперь из-за эпидемии все уроки пришлось отложить. Кудрявцева с мужем и дочерью живут в загородном доме, и у них есть возможность выходить на прогулку во двор. Недавно Лера показала, как Маша собирается на улицу. Звезда также похвасталась, что девочка научилась самостоятельно есть вилкой. Телеведущая опасалась, что могла заразиться коронавирусом на вечеринке по случаю празднования дня рождения Аллы Крутой. На торжестве был Лев Лещенко, у которого подтвердился COVID-19. Игорь Николаев, еще один гость праздника, тоже заболел. Однако его тест на вирус оказался отрицательным.